такой, ну, не слух, это в открытую уже говорят, что ваши там командиры, блядь, PlayStation'ы напиздили, блядь, шампанское, водку, блядь. И то, что они вообще куда-то упиздили, их давно уже не видели. Ну да, они сами по себе тут нахуй передвигаются. Они там трофеи, наверное, в Киеве, да, собрались, блядь, пиздить, что туда ну, и рвутся. Видимо, да, конечно, у всех свои, понимаешь, здесь мотивы. Чисто бабки и чё бы спиздить, блядь. Настолько это нравится, это отношения, блядь, ты тут нахуй. Условия похуй, чё условия? Ну, условия, отношения вот такое скотское, блядь. И самое обидное, что ты сделать ничего не можешь, понимаешь? Вообще ничего, нахуй. Да ты я приедешь, стараюсь. Я тебя буду отогревать, откармливать. Я просто еще пару дней, блядь, реально, я самоход, блядь, и самостоятельно дома поеду, блядь. Нет, Мне командир нет, сказал. Не вздумай. Не вздумай самоход никакой, тебя убьют, блядь, просто там. Да, что мне делать, кись, блядь, сколько тут можно сидеть, нахуй. Бежать уже, эти пайки уже просто не лезут, ебать. Их невозможно Я есть, понимаю. понимаешь, ты. Что, вас тянут до конца командировки, до 17 числа? Ну, это пиздец, Скорее блядь, всего, я сдохну к этому времени уже, нахуй, здесь, блядь. Нет, вас-то вывезут раньше. Вас вывезут раньше, но, скорее всего, вы там будете где-то либо в Беларуси, либо, блядь, в Да Калугу, куда похуй там вас вообще, пустят. если мы в Калуге будем, это похуй, там хотя бы тепло, блядь, тепло, еда есть, а здесь, сука, холодно. И на завтра последний день в машине остаться, и потом надо искать, куда перебраться, блядь.